момент прибытия был всего один звонок на пункт 01, что в торговом центре «Титан-Арена» произошло нарушение крови. Больше звонков до этого не поступало. По первому сообщению, на место пожара были направлены силы и средства по повышенному номеру 2. По прибытию на место вызова, значит, производилась эвакуация людей из торгового центра с 1, 2, 4, 5 этажей. Значит, после обследования помещений оказалось, что на 5 и 4 этаже после сильного дождя, вероятнее всего, произошло засорение сливных устройств на кровле, и лишняя вода вылилась на верхнестоящие этажи. Сейчас будут сотрудники, инженеры этого комплекса будут производить обследование. Может быть, где-то трубопровод разошелся по шву, либо еще откуда-то слышно, да? Но на 99% можно сказать, что это был, скорее всего, водосточный провод. Я думаю, что основной причиной явилась большая выпавшая норма осадков в сегодняшний день. Ливневая канализация городская не справляется, соответственно, в ТРК произошло вот такое ЧП. Насколько серьезно это происшествие скажется на деятельности торгово-транспортного комплекса? Нам пришлось на короткое время закрыть ТРК. Сейчас мы устраним все неисправности, высушим все и в течение часа откроемся вновь для посетителей. Говорить об убытках сейчас, вероятно, преждевременно, но как вы считаете, можно ли их сейчас как-то оценить? Я думаю, что об этом информация будет позже, потому что сейчас мы обследуем все, переговорим с арендаторами, но в любом случае имущество ТРК все застраховано, и страховая компания покроет все. Собак полный, если что.